안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만에 오늘 나 손이 흔들려. 오랜만에 오늘 휴무입니다. 완전 휴무 아니고 반차 같은 휴무. 휴무인데 일해야 돼. 나 카메라 너무 흔들려. 잠깐만. 뭐지? 오랜만에 블로그 찍으니까 그래? 여기 그냥 놓을까? 이렇게? 이렇게 좀 괜찮은 것 같아. 네, 휴무인데 오빠가 좀 일해야 되고, 그래서 지금 우리 다 하고 잠깐 나갈 거예요. 잠깐도 아니고 저녁까지인가? 네, 좀 바쁩니다. 아이고, 그래도 아침이 좀 찼어. 아, 오랜만에 진짜 나 오늘 평생 잘 수 있었는데 아쉽다. 그래서 우리 지금 할고 하고 오빠가 일하러 가고 저 수업 어차피도 오늘 바쁘니까 오늘 둘이 오후에 둘 다 바빠요. 근데 진짜 자서 좀 다행이다. 오랜만에 잤어. 기분이 어때요? 아, 너무 좋습니다. 12시까지 잤어요. 사람은 잠을 자야 됩니다. 아, 나 그 요즘 우리 너무 늦게 자고 밥도 너무 빨리 그냥 먹잖아. 나 여드름 많이 났어. 이제 준비해야 돼. 스탠바이. 오케이. Мы заехали в прачечную отдать наши кеды и пуховики, потому что все, как бы зима уже закончилась. Я обычно зимой в промежутках стираю дома, просто в нашей стиральной машинке, они туда прекрасно залазят, вот. А в конце сезона зимой мы отдаем их в прачечную, там уже их отличненько, просто супер-мега почистят, и они будут как новенькие к следующей зиме. Тетушки на месте не было, но знаете, вот в таких вот спальных районах, да, то есть все рядом друг друга знают, по магазинам тоже. Она, видимо, то ли отошла пообедать, то ли что. В итоге нас окликнул девочка из соседнего магазина, из обувного. Он говорит: эй, давайте, у него есть пакет. Мы загрузили все в пакет, написали свой номер телефона, свое имя. То есть, ну, мы там до этого, у меня отклеивается эта штучка. Вот, там... Мы до этого тоже уже сдавали, поэтому в базе пробиты. Вот, мы просто сдали, ему написали номер телефона и все. Потом, когда придет сообщение, что готово, тогда мы уже оплатим, тогда приду забирать. Вот. То есть, не знаю, в России, наверное, тоже так. В таких вот каких-то маленьких райончиках, спальных райончиках, да, то есть рядышком все друг другу помогают. Все: ой, да ничего, иди, отойди, я посмотрю за твоим магазином или там еще что-нибудь в этом духе. Вот. Ну а мы едем закупаться наконец-то. Чангпору гаё идже. Да, Чангпору гапнида. Тебе могут не обсуждать. Могут ли? Чинча обсуждаю. Чинча обсуждаю. Он вам чем они садят? 30만. 아니, 이 정도 가야지. 40만. 아니, 이 정도 가야지. 아, 웃으면 안 돼, 이거. 맥주 약해 산 거야. 아. 아니야, 이 정도까지 아니야. 20만? 20만 줘도 나올 거야. 근데 우리 그거 있잖아, 받았지. 응, 상품권 받았어. 이거 떨어졌다, 여기. 아, 이거 계속 떨어져. 바닥에 뭐 났어. 너도 났어? 나도 요즘 잠을 제대로 안 자잖아, 우리. 임식도 너무 늦게 뭐 간단하게 먹잖아. 그치. 너 라면도 먹었지. 나도 라면 먹었어. 그래서 많이 났어. 근데 여기가 웃으면 떨어져. 괜찮은데 웃으면 떨어져. 어쩔 수 없지. 설날 때 오빠가 회사에서 선풍만 받았어. 마트에 10만 원. 그래서 오늘 그거를 쓸 거예요. 딱 타이밍 좋아요. 지금까지 아니 설날 지금 한 달 지나갔어. 한 달 반? 이번 달에 그래서 카드값이 되게 적습니다. 와. 쓴 돈이 없어가지고. 우리 아직 그 설날 거는 안 샀어? 우리 그때부터 차는 안 팠다고? 아, 미친 거 아니야? 미친 거 아니야? 장을 안 봐가지고 돈을 쓸 일이 없어서. 대박. 날씨 좋지? 와, 날씨가 너무 좋다 진짜. 아, 이번 달에 형들이랑 놀러 가야 되는데. 아, 그래도 같이 있는 것만으로도 감사합니다. 아, 진짜 조금이라도 요즘 아침에만 가서 새벽에 출근해서 새벽에 집에 도착. 그렇지. 아이고. 그래서 되게 낯서네요, 낮이. 낮에 이렇게 하늘 보는 게. 사랑해. 사랑해. 신났어.
아직 그냥 휴무니까 신났어. 안 추워? 예? 오늘 좀 쌀쌀한데? 괜찮아. 내가 한 3층 올 거야. 저게 그렇다. 근데 날씨 좋다. 너무 좋다. 와, 이 노래 오랜만이야. 이 층에서 뭐 살 거 있어? 좀 보자. 모르겠어. 한번 보자. 일단 мы только едой закупились. Только едой. Здесь очень много мяса, рыба. Также есть вот, чтобы заложить в морозилку хлопья, молоко, чего только нет. Вот это все у нас вышло на 245 тысяч. Здесь еще мы салфетки докупили. И там еще, по-моему, что-то мы докупили на производственном, хозяйственном отделе. Вот, 245 тысяч вон. 100 тысяч ушел на купон, то есть бросилось за купон. Мы заплатили 145 тысяч. В общем, мы закупились, и я сбегала еще быстренько, взяла бургер в Макдональдсе, здесь на первом этаже был Макдональдс. Немножко хотя бы там перекусить сейчас по дороге домой, а то мы так выехали, так и не завтракали. Вот, не знаю, получится пообедать или нет. Мерси чубай гайку, я? Да, тасучи. Тасу... Да, тасучи. Тасучи. Дын-дын-дын. Моя работа в машине как пассажира заключается в том, чтобы подкармливать водителя. Мы когда едем в какие-то путешествия, тоже я то его печеньками кормлю, то еще чем. У нас в этот раз вышло аж целых 3 коробки. Это, наверное, первый раз, когда так, но в оправдание, зато они поменьше, потому что в прошлый раз у нас была большая одна огромная и одна вот такого размера. В общем, да. Кстати, те, кто спрашивали, почему раз нету времени, почему не заказываю с доставкой, некоторые заказывают с доставкой, мы просто не любим так с мужем. Мы любим именно подойти, выбрать те овощи, те фрукты, которые нравятся нам, да, выбрать молоко с дальней полочки, с более дальним сроком годности и так далее. То есть мы любим именно выбирать то, что нравится нам из того, что предложено, а не просто там, что привезут. Поэтому мы не пользуемся доставкой, хотя, конечно, в каких-то крайних ситуациях иногда можно. Я сняла линзы, одела очки, поехали, распаковка нашего большого закупа. Яйца, здесь 3 десятка. Куриные наггетсы. Красная рыба, она сырая, не соленая. Много разного мяса. Здесь и фарш есть. Куриная грудка. Потом здесь свинина, тонко нарезанная для джиупука. И мясо на супчики. Также нарезанная ветчина. Здесь 2 упаковки. И сыр в ломтиках. Бананы, редька, нечищенная морковь, макароны, такая вот лапша на спагетти, и лапша на куксу. Пиво, мука, замороженные хот-доги, такие, соус для пасты, для бонголе, и соус для салатика. Собственно, сам салат, грейпфрут, банановое и клубничное молочко. 2 готовых супчика от Бибиго на случай, когда что-то быстренько разогреть, быстренько приготовить. Омук, рыбное тесто и клубника. Тофу для супа. И здесь маринованный имбирь. Капсулы с кофе для американо. Лук-порей, молоко. В этот раз взяла много, потому что взяла еще хлопья. Вот такие хлопья. Соль, лаваш. Чаю, такие сырные ломтики, кофе в стиках, иногда очень хочется, хлеб с отрубями, и, конечно, затарились рамёном за последние, сколько, 4-5 недель мы не покупали рамён, мы весь подъели, здесь и просто лапша рамён, то есть без соусов, которую в супы, там, при готовке куда-то в супчики закидываешь. Тин-рамен, уже отдельный, прям самостоятельный рамен. Чапагетти, это рамен с черным соусом, как чаджамен. И коробка юккеджан, рамен, который нужно не варить, а кипятком заливать. Из непродуктового это салфетки для кухни, ну, то бишь, вот просто для рук и так далее, которыми мы пользуемся, которые на столе у нас всегда стоят. Дальше молочко для тела.
И немножко для моей выпечки. Вот такую вот форму купила для выпечки, шарлотки и так далее. И весы наконец-то взяла, потому что я все рецепты делала просто на глаз. Я граммовку, естественно, не сильно соблюдала, поэтому, возможно, из-за этого тоже некоторые рецепты не совсем получались. Взяла весы. Фух, вроде все, теперь осталось это все разобрать, все разложить по своим местам, все намыть и все привести в порядок. Ну что, холодильник забит, много всякой вкуснятины, осталось теперь это только все вкусно приготовить. Морозилка тоже вся забита. Здесь и запасы мяса, и мандушки еще оставшиеся, то, что мне свекровь давала. В общем, очень много всего есть. Приятного нам аппетита! Наш поздний ужин. Наш мини-выходной подошел к концу. Сегодня муж просто целый день улыбается, целый день такой счастливый, называется, когда долгое время не мог отдохнуть, когда вдруг резко почувствовал, что такое отдых, что такое побыть дома, побыть семьей, это просто, говорит, боже, какой я сегодня счастливый, как хорошо. Ой, да, не знаю, когда получится в следующий раз ему отдохнуть, но надеюсь, все нормализуется, потому что, конечно, в таком графике, когда уходить рано с утра и приходить поздно вечером, работать ужасно, просто ужасно. Это не то чтобы даже сложно, это просто нереально так работать. Вот. Я завтра хочу сделать несколько панчанов. Я вот речку, да, взяла, хочу из нее сделать. Из картошки хочу еще сделать панчаны, потому что у нас панчаны, ну, салатики, закуски, да, немножко закончились, немножко их подготовить, приготовить. Вот, чтобы тоже муж, когда придет, не то чтобы вечером, ночью с работы, чтобы быстренько ему эти панчаны открыть с рисом, да, или с чем-то еще, чтобы сразу он мог покушать. Пошли мы спать. Спасибо, что посмотрели этот влог. Всех люблю-люблю. Пока-пока!